Еще одно таинство, которое нам с вами нужно обсудить, которое огромнейшую роль играет в православной жизни, это Евхаристия. Евхаристия определяется так. Евхаристия или причащение есть таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина вкушает самого тела и крови Господа нашего Иисуса Христа в оставление грехов и в жизнь вечную. Обратите внимание, под видом хлеба и вина вкушается тело и кровь. И просто, может быть, чуть более развернутое описание этого из так называемого послания восточных патриархов, посвященного там спорам с лютеранами. По освящении хлеба и вина, Хлеб прилагается, преосуществляется, притворяется, преобразуется в самое истинное тело Господа, которое родилось в Вифлееме от Преснодевы, крестилось в Иордании, пострадало, погребено, воскресло, вознеслось, сидит одесную Бога Отца, имеет явиться на облаках небесных, а вино притворяется и преосуществляется в самую истинную кровь Господа, которая во время страдания его на кресте излилась за жизнь мира. Еще веруем, что по освящении хлеба и вина остаются уже не самый хлеб и вино, но само тело и кровь Господа под видом и образом хлеба и вина. То есть... Православные верят, что во время Евхаристии верующие люди едят реальное тело и пьют реальную кровь Иисуса Христа. Здесь, как библейская ссылка, часто используется Евангелие Иоанна, 6 глава. Помните, вот это наставление, кто не будет есть плоти и не пить крови, не будет иметь жизнь вечной. И просто пока из практических соображений мы можем задать вопрос, хорошо, но это же не выглядит как плоть и не выглядит как кровь. Это выглядит как хлеб и выглядит как вино. И как православные объясняют это явление? Здесь важно отметить, что опять-таки в православии существует широчайший спектр мнений по поводу того, что же происходит. Во-первых, на православие до сегодня дня оказывает очень сильное влияние католическая точка зрения, которая, помните, пришла там века 17-го примерно. В православие. по католической точке зрения происходит следующее, что сущность хлеба преображается в сущность плоти и сущность вина преображается в сущность крови. А так называемая акциденция, внешние проявления, они остаются неизменными. Вот это вот учение о преосуществлении, католическое учение о преосуществлении, оно распространено до сего дня в православной церкви, и поэтому сущность кушается одна, а ощущения другие. А есть еще одна, может быть, более восточная точка зрения о двойном преосуществлении, когда например, хлеб преосуществляется в тело, но в момент вкушения преосуществляется в хлеб, и то есть происходит несколько преосуществлений, поэтому вроде когда жуешь, чувствуешь хлеб, а на самом деле это тело. А есть еще одна точка зрения, такая классическая, восточная, и она все больше распространяется в православии, точка зрения, что происходит так называемое приложение. То есть, как э, Христос в свое время был двухприродным, была одна личность, но две природы божественная и человеческая, так двухприродным является и хлеб. Есть один предмет, но у него две природы. Первая это природа хлеба, которая сохраняется, которая никуда не исчезает, которую мы воспринимаем. И вторая к природе хлеба прилагается природа тела. Иногда даже говорят, что Иисус воипостезирует хлеб, то есть принимает его в свою ипостась, и таким вот образом хлеб становится телом. Есть и разные способы описания в православии, но есть общая убежденность, несмотря на разные способы описания, в том, что это все-таки настоящая плоть, истинная, как говорят, истинная или честная, плоть, честная кровь. Кстати, и здесь, как и во многих других вопросах православия, проявляется вот эта специфика. Есть понимание конечного результата. Например, понимание того, что вот это вот плоть и кровь, механизм не очень понятен. Так же, как помните, мы обсуждали обожение. Все верят, что есть обожение, но то ли это через энергии, то ли через дух, то ли еще как-то. Непонятно, есть споры, но обожение есть. Также и плоть, и кровь есть. А как, каков механизм? Тут православные могут спорить между собой. Церковь убеждена, что есть плоть и кровь. И раз церковь убеждена, это и есть истина. Ну а все остальное это вот вопрос каких-то богословских мнений. Так что спор идет, но результат, конечный вывод, он в любом случае для всех православных один и тот же. Возникает вопрос, зачем вообще есть мясо и пить кровь? А, вопрос, а, ну, может быть, для кого-то связанный с недоумением, но вспомните, главное в православном спасении – это обожение. И главное в обожении – это изменение природы. В чем беда человека? В том, что из-за грехопадения что-то случилось с его природой, и теперь его испорченная природа – должна каким-то образом стать обоженной природой, той природой, которая вот приобретена Христом благодаря его воплощению и, в конце концов, крестной смерти. Семя некая новой природы уже заложено в крещении, но семя должно расти, семью нужно питание – и вот эта вот плоть, обоженная плоть Христа, является надлежащим питанием для преображения человеческой природы, для спасения, для приготовления человека к жизни вечной. Правда, здесь есть оговорка, процесс этот не механический, и природу Христа человек усваивает в меру того, насколько он верующий. То есть принимая это без надлежащей веры, принимая это без должного благоговения и так далее, человек вообще никакой пользы не получит от таинства. Человек должен это с соответствующим расположением сердца принять и пережить. Но когда он с соответствующим расположением через это проходит, действительно происходит питание, действительно происходит э, вот это вот э, в нем рост, действительно он приближается к обожению. Так что без евхаристии очень трудно православным людям представить, как вообще можно спастись, а евхаристия возможно только в истинной церкви, только совершаемая истинным священником и никакие другие пути, никакой другой замены для этого практически не существует. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com Следующее важнейшее таинство в православной церкви – это таинство исповеди, или еще его иногда называют таинством покаяния. Официальное определение такое – покаяние есть таинство, в котором исповедующие грехи свои, при видимом изъявлении прощения от священника невидимо разрешается от грехов самим Иисусом Христом. Как это выглядит на практике? Человек священнику рассказывает о своих грехах, каких-то, которые у него были после последней исповеди. Священник его выслушивает, и после этого может дать какой-то пасторский совет, чтобы было бы хорошо, может назначить некую эпитимию. Эпитимии могут быть чрезвычайно широкий спектр, тут существует от того, что надо несколько раз прочитать молитву, до, ну, сейчас не практикуется, но можно там встретить какой-то старой, там, средневековой литературе, например, 10 лет поститься и плакать. Так что какое-то некое не наказание даже, но некое вразумление, связанное с грехом человека, ну, конечно, которое выглядит как наказание. И, наконец, священник, выслушав исповедь человека, объявляет ему о прощении грехов. Современная форма высказывания священника звучит так, будто бы священник прощает грехи человеку, хотя если, например, посмотреть более древнюю формулу или старобряческую формулу, то там хорошо видно, что священник не сам прощает грехи, но священник является свидетелем исповедания и возвещает о прощении грехов от имени Бога просто на основании того, что человек эти грехи исповедовал. И, в общем-то, таково и есть официальное понимание того, что происходит при исповеди. Иногда, когда большое стечение народа, когда не получается людям индивидуально исповедоваться, есть так называемая общая исповедь, когда священник читает список грехов, все люди стоят и говорят «грешен, грешен, грешен», и потом всем скопом грехи отпускают. Может быть, это не слишком полезно, но, по крайней мере, вот при массовом скоплении людей как-то проблема разрешается. Зачем вообще это нужно и обязательно вот так срочно сделать? Сейчас в православной церкви сложилась такая практика, что человек принимает Евхаристию после исповедания. Так что обычно человек приходит, исповедуется, принимает евхаристию, ну и вот в зависимости от того, насколько он часто принимает евхаристию, настолько же часто зачастую исповедуется. Раньше, кстати, Евхаристию принимали очень часто, раньше, я имею в виду, там, в первые века. И, например, Григорий Богослов говорит о том, что мы совершаем Евхаристию в среду, в пятницу, в субботу, в воскресенье и какие-то там праздничные дни. Ну, с современными названиями дней, недели пользуюсь. Так что четыре или больше раз в неделю а, раньше люди причищались. Со временем Евхаристия становилась явлением все более редким как-то подчеркивалось недостоинство участия в Евхаристии. И в конце концов до одного-двух раз в год свелось это. И сейчас в православной церкви такая новая тенденция к возвращению к частому причащению, желательно еженедельному причащению. Кто-то согласен с этим, кто-то нет. Но где-то вот чистота Евхаристии, она оказывается достаточно тесно связанной на практике и с чистотой исповедания. Зачем вообще нужно исповедание? Зачем вообще нужно человеку вот рассказывать о грехах? Зачем нужно, чтобы грехи были опущены? Вы помните же, мы с вами говорили, что, в общем-то, гнева Божьего нет как такового. То есть Бог не гневается на грехи, поэтому это не вопрос вины, но это вопрос личного состояния человека. Потому что если грех не портит отношения с Богом, то он изменяет положение человека перед Богом. Он изменяет внутреннее состояние человека, и грех отделяет человека от церкви. Но именно церковь является спасительной. Именно через посредничество церкви происходит спасение. И если человек грехами отделен от церкви, то как бы вот этот процесс спасения тем самым останавливается, и дальнейшее движение по пути обожения даже в этом смысле уже невозможно. Поэтому нужно исповедание греха, нужно очищение, нужно восстановление, нужно прощение, чтобы вот этот дальнейший процесс проходил. Еще одно важное таинство в православии – это так называемое соборование. Соборование ради разнообразия описано особым образом в Священном Писании – не всякое православное действие, как таинство, действительно описано в священном писании. Но соборование описано как определенный процесс в пятой главе послания Иакова. Помните, болен ли кто из вас? Пусть призовет приследовав в церкви. И там речь идет о молитве с помазанием Илием. И грехи прощаются, болезни исцеляются. Некоторые протестанты практикуют это, некоторые протестанты, может быть, не очень активно это используют. Но все-таки похожая практика в протестантской среде при некоторых болезнях, при тяжелых случаях имеет место. В православной среде соборование – это испрошение, молитва о испрошении духовного и физического здоровья, причем даже больше акцент делается не на физическом здоровье, хотя это тоже возможно, но на духовном здоровье. Как спрошение, соборование не гарантирует, что Бог дарует физическое здоровье. Но с другой стороны, человеку нужно духовное здоровье. Человек время от времени исповедует грехи, но из практических соображений. Не все грехи человек помнит, и не все грехи человек сознает, ему нужно очищение даже от неосознанных, невспомненных грехов. И поэтому ну, существует такая практика периодического соборования, когда человека там, мажут елеем, молятся и так далее. Сам термин соборования связан с тем, что это должно совершаться собором пресвитеров, то есть несколько пресвитеров сразу молятся, там несколько молитв читаются и так далее, хотя на практике иногда бывает, что всего лишь один человек совершает соборование, но в идеале несколько. И еще такая мода есть в православии, ездить в какие-то монастыри для соборования. Считается, что в тех местах как-то соборование какое-то особо полезное или эффективное. Но, тем не менее, периодически соборование желательное, все с той же самой целью очищения греха. А, так как человеку умереть хочется спокойно и необремененным грехом, то соборование очень часто проводится перед смертью, когда уже чувствуется, что последний час настает. И это, конечно, не обязательно значит, что соборование приготовления к смерти, но, тем не менее, такая практика в православной церкви тоже есть. А, еще одно таинство в православии Такое таинство, уже может быть не совсем совершаемое, это таинство бракосочетания. Бракосочетание ⁇ это испрошение целомудренной любви между супругами. И настоящий брак, конечно же, заключается с православной точки зрения, если ей совершено церковное таинство. Любопытно, что сам формат совершения таинства очень напоминает по своей внешней форме таинство евхаристии. Это не случайно. Исторически, видимо, церковное бракосочетание выглядело следующим образом. Просто приходили будущие муж и жена, вместе принимали евхаристию. И с этого момента вот Евхаристия, которая подчеркивала единство, они и были семьей. Конечно, многое трансформировалось, но вот по внешнему обряду какие-то евхаристические элементы все еще сохраняются. Еще одно таинство – это таинство рукоположения. В православной церкви возможно три рукоположения – в диаконский, в пресвитерский и в епископский сан. Причем перескакивать через ступени нельзя, нужно пройти вот все эти три ступени. В истории церкви бывали забавные случаи. Например, Амвросий Медиаланский в свое время, когда был избран епископом Милана, тут была какая ситуация? Собрался церковный народ, обсуждают, кто будет следующим епископом. Это сегодня епископов назначают сверху. Когда-то епископы были в церкви выборной должностью. И вот, ну, по преданию, по крайней мере, какой-то ребенок закричал Амвросия в епископы. Амвросий был просто представителем императора на этом мероприятии следил за порядком человеком был даже не крещенным, но народу понравилось это поэтому в первый день его крестили во второй рукоположили в диаконы в третий в пресвитеры в четвертый в епископы и кстати говорят был очень неплохим епископом и учителем августина блаженного так что и такое тоже возможно ну конечно в большинстве случаев такого быстрого а, скакания по ступеням нет а процесс происходит потихоньку. А внутри каждой ступени, если просто чуть-чуть представить себе ситуацию в православной церкви, есть еще различные, ну, может быть, можно сказать так, должности. То есть может быть диакон, может быть там протодиакон, как первый старший диакон, архидиакон, может быть священник иерей, может быть протоиерей, может быть там архиерей, может быть игумен, как настоятель какого-то монастыря. Если такое монастырь какой-нибудь маленький, находящийся в трудных местах, может быть, схи-игумен, может быть архимандрит, если настоятель какой-то древний, там знаменитый обители. Но это, это, вот это все многие-многие православные названия, это вариация внутри степеней. там может быть епископ, может быть викарий, может быть архиепископ, может быть митрополит, может быть патриарх. Это, то, это уже вариации, связанные с должностями. А так вся структура в православии из трех степеней и переходы совершаются с помощью рукоположений. Вот этими таинствами организовывается, определяется, направляется православная жизнь. Мы с вами назвали семь таинств: крещение, миропомазание, евхаристия, исповедание, цароборование, богосочетание и рукоположение. Но вообще, само число семь, оно тоже пришло с Запада. То же самое наследие западного пленения церкви, потому что Восточная Церковь никогда не ограничивала таинство семью. Если вы будете читать Восточных Отцов Церкви, то увидите, что у них там число таинств варьируется может быть от 2 до 20. А некоторые вообще настаивают, что вся христианская жизнь это таинство. Когда мы читаем Библию, уже что-то необычное происходит, это уже таинство. Сама Библия является таинством, молитва является таинством. Поэтому. Хотя число 7 и фиксированное, все-таки в православии есть ощущение некоего таинства и в других вещах, но есть некоторые вещи, которые обычно называют священнодействием, но которые тоже достаточно важны для православной жизни. Здесь среди всех мы можем выделить прежде всего всевозможные освещения. Вы знаете, что православные освещают дома, освещают машины, освещают корабли, освещают космические корабли, освещают межконтинентальные баллистические ракеты, освещают оружие, освещают много чего. Понятно, что да, вот, когда о баллистических ракетах и оружии заходит речь, тут даже не все православные полностью согласны между собой, но чего только не освещается в православной церкви. Опять-таки, зачем нужно освещение? Может быть, лучше всего оно описывается, исходя из вот такого вот пламидского энергетического описания. Помните, что с сущностью связаны энергии. Есть вот нетварные энергии Божьей сущности. Так вот, не только с Божьей сущностью связаны энергии. Можно говорить о человеческих энергиях, можно говорить о сатанинских энергиях. И мир пронизан сатанинскими энергиями, поэтому задача церкви через освящение удалять сатанинские энергии, заменяя их энергиями Божьими. И вот на таком энергетическом уровне, как энергетическая борьба, православная церковь осуществляет свои священодействия. Мы с вами посмотрели а, на разные таинства, и ка, все эти таинства ⁇ это сложный процесс, во-первых, во-вторых, это обязательно церковный процесс, обязательно процесс, в котором участвует рукоположенный священник или епископ. И, как видите, с православной точки зрения, вне этой системы, невозможно получить многие существенно необходимые элементы для того, чтобы двигаться по пути обожения. Поэтому-то спасение и церковное, поэтому-то вне церкви и нет спасения. Но тем не менее, еще раз повторюсь, что наличие всех таинств и всех элементов и всей церковной жизни не гарантирует спасение. И здесь важно участие самого человека, о котором мы поговорим чуть позже. Ищите нас в поисковых системах по запросу Тв-семинария.